Не сдвинуть. Кто здесь? Эй, иди сюда. Я не обижу, честно. Нужна помощь? Вот, хватай руку. Тебе нужна помощь? Прости, я не расслышала. Тебе нужна помощь. Почему? Он прямо за тобой. Что? О, Боже! Thank you.
Эй, девочка, все хорошо, его нет. Точно? Да, точно, все хорошо. А теперь спусти мне лестницу. А ты поможешь найти мою маму? Твоя мама здесь? Вроде да. Надеюсь. Да. Конечно. Я помогу. Сюда! Его не сдвинуть. У тебя вышло. Расскажи о своей маме. Она работает в Амбрелле. Изобретает новые лекарства. В Амбрелле? В фармацевтической компании? Она всегда на работе. Я редко ее вижу. Ну, надеюсь, скоро увидишь. А где твой папа? Он... Работал с мамой, но исчез. О, и моих родителей давно нет. Остался лишь брат. О, мне жаль. Не стоит.
считай, у нас есть что-то общее, и это хорошо. Давай. Пойдем. Нам туда. Закрыто. Черт. Нужна ключ-карта. Ну же. Ну-ка, помоги. Нам точно сюда? Мы с мамой тут ходили. Шерри? Я уже обыскался тебя, Шерри. Зря ты ушла из дома, когда кругом творится такое. На колени, руки за голову. Ты что, шутишь? На колени! Живо! Шерри, свяжи ей руки. Зачем? Молчать! Свяжи ее. Ясно. Либо связанные руки, либо пуля. Что тебе нужно? Просто защищаю ребенка. Шерри, сюда. Зачем она тебе? Тебя ебать не должно. Мой брат из Старс. Тронь ее, тебе пизде... Шерри, иди сюда. Имя. Скажи свое ебаное имя. Клэр. Шерри? Или ты идешь со мной, или говоришь «Прощай, Клэр!» Да, да, я пойду. Надеюсь, вы ведете меня к маме. Конечно. Не верь этому куску дерьма. Не бей, я прошу! Не учи меня делать мою работу! Прекрати! Пусти! Пусти меня! Я смотрю, никто не учил тебя хорошему поведению. Значит, научит. Пусти меня! Пусти! Я найду тебя, сука! Держись, Шерри. Ладно. Найду пропуск. И этот ублюдок получит по заслугам. Этот гад пришел отсюда. Так, этот подонок шеф полиции?
О, нет. О, нет. Давай, падла. Да что ты, блядь, творишь?